Торговый центр «Солярис». Он находится напротив оперы, поэтому всех можно спросить, все обязательно расскажут, как туда добраться. Ну, он находится рядышком с нашим отелем и со старым городом. Здесь вообще все как-то очень близко расположено. Мы сюда пришли посмотреть магазины и покушать, потому что я читала в интернете, что на последнем этаже есть много кафешек каких-то таких бюджетных и вкусных. Вот, и посмотрим, что здесь еще можно купить. Такой миленький, симпатичный комплекс. А, кстати, здесь еще кино находится на одном из последних этажей. Вот зашли в первую же попавшуюся кафешку. Здесь такое же все вкусненькое и не очень-то и дорогое. Супчики по 2 евро. Где-то очень красивые напитки, какие-то красивые вафли. Похоже на наш обед-буфет, который я видела, снимала в Питере. Тоже хорошая кафешка. Вот я уже взяла покушать, у меня получилось на 7 евриков, почти на 400 рублей, конечно, так, ну, средненький, нормальный счет. У меня шашлычок из курицы, рис, борщ вот там вот, такой симпатичный, сейчас его открою, покажу, и смородиновый напиточек. Очень милое кафе, симпатичное. Вот так оно выглядит. Все, всем приятного аппетита! Thank you.
еще покажу, что мы купили в номер перекусить и какие приблизительно цены в Таллине. Вот у меня здесь салатик с креветками очень большой. 4 евро. Тут действительно он тяжелый, большая такая порция. Холодец 2 евро. Салат даже 3,90 стоил. Моцарелла 1 евро, 90 даже центов была. Творожные сырочки, вот эти мои любимые, по-моему, литовские, они у нас тоже продаются, но здесь они намного дешевле, здесь они по 30 центов каждый сырочек. Купили 2 йогурта. Один, по-моему, это даже 29 центов было. Такая достаточно большая тоже упаковочка. Ну и совсем большой йогурт за 70 центов. Вот так вот оно выглядит. И очень-очень красивые купили томатики за евро 2. Большая упаковка, 500 граммовая. У нас такую вообще не купишь, чтобы такие были еще красивые помидорки на ветке. Симпатичные. И сок у нас 50 центов где-то получился. Вот у меня чек из одного магазина. Еще очень большой выбор булочек. Можно купить даже в самом старом городе пирожки, булочки. От 40 центов до 1 евро. Забываю еще показать хлеб. Хлебцы. Очень тоже дешевые, за каких-то там 60, 50, 70 центов. Вот у нас ржаные хлебцы. И такие зерновые. Очень-очень много разных хлебцев. Такой большой ассортимент. Я настолько хлебцев не видела. И все там в районе 50, там 60, 70 центов. Очень-очень вкусненькие.